действительно удар такой, товар! Я ничего борю. Да, прикольный. Прям скорость забирает дорогу. Мы сейчас пойдем вон туда, посмотрим, что там. Вроде с той точки я уже с одной скатился, это называлось камикадзе. Какая будет дальше, посмотрим. А их там три. Ну, мы сейчас посмотрим, на какой мы будем идти сейчас. Вот так вот. Мы находимся в аквапарке Золотой пляж. Золотой пляж – это Анапа. Анапа! А, посмотрите, детский городок. Навесики есть. Но нам навесики не нужны. Мы приехали сюда как скататься с горок. Поэтому навесики в следующий раз. Идете? Не? Не. Как называется-то? Удав? Куда? С ним поедем. А, ему можно. О, он как раз хочет, чтобы его намочили. Он любит, когда его купают. Можно ехать. Ага. Все. В общем, удав. Удав, удав. Поехали, проверим удава. Действительно, удав какой-то. Удав! Скорость прям бешеная! Удав! Да ничего, горочка! Удав прикольный! Прям скорость набирает хорошую! Удав. Спустились на удаве. Вот так, вроде бы название ничего не говорит экстремального. Но на самом деле, так, потихоньку, потихоньку, но потом скорость такая. Вау! Всплеск, брызг, эмоции.